Как включить темный фон в СС? А у тебя темный фон? Да. Конечно. Вроде бы в преференции. Да, где-то здесь. И там будет тогл Dark Mode. Во. Вот точно. Угу, красава. А еще в чате можно Dark Mode включить. Да, мы экран тогда. Спасибо. I've been waiting for this moment. Вот он, toggle dark mode. Preferences, toggle dark mode. Dark mode. А в чат у тебя почему не черный? Да о чем ты говоришь? Я играл уже, я умею играть на генетике, я умею играть на шахтере, я умею играть на поваре, я умею играть на простом СБшнике, я на хоссе играл, я играл на капитане, я играл на бармене, я играл на ком еще? Максон. Да. Нажми на шестеренку. Угу. В чате на шестеренку и нажми toggle dark chat, ты кайфанешь. Ну да, хороший. Отличный. Угу. Очень удобно играть. На антагах. На антагах я играл за мага, я играл за дьявола, я играл за блоба, я играл за трейтера, я играл за Death Squad, я играл за Nuke Squad, полный за Генокрада. Ты знаешь, Максим такой стоит в форме стресса, у него медали висят. Да, показывает. Нет, и просто мне говорят, типа, ты даже не пробовал, типа, много теряешь. А я все это уже пробовал и за все это уже играл, типа. Сынок, я прошел столько, что тебе не снилось. За вампира не играл. Yeah, there we go, APC destroyed, mission accomplished. Mission accomplished, блядь. Сервер рестартит. Сколько там у нас людей? Детектив не может быть антагом, потому что у детектива вшит чип лояльности. Условно. За ИИ играл, да. А у тебя есть медаль за революцию в Карго? Нет. Ты не делал революцию в Карго? А, культистом был, революционером был, да. Чуть не забыл. Но я не... Тут же революция, это кризис такой. Угу. Это типа... Ну, это антаги. Это не просто там кто-то захотел, сделал self-antag, а это вообще нарушение правил. Так, you are in your FK, exchange luck or the connection has closed. Это типа рестарт. Ага. Имплант лояльности? Да, вроде того. Last time, remember me. But I... Ой-ой-ой. I've been waiting for this moment for all my life. Я, скорее всего, в начале следующего стрима оценю. Ну, ты сможешь посмотреть потом. Халком Годзиллой был. Я помню, клоун был Халком, блядь. Ну, ты есть Халк еще? Ну, даровали им силу. Я даровал ему силу по договору. Как mm-hmm. сатана был, когда. И он там ходил, крушился. Я помню, как-то успел Максима и пытался сделать его рабом синдиката. Про имплант лояльности забыл, и он мне все заруинил. А потом ты поплатился за это, я так понимаю, усыпление. Не знаю, я даже не помню, когда такое было. Берехосы и погнали. Да хуй там ходить. Раньше хоть револьвер был, блядь, 357-й. Головы нахуй этим, блядь, нюк скваду отрывать. У Хоса раньше был револьвер, который с двух выстрелов, блядь, отрывает голову. Ебать. Да, чуваку в Риге. Вообще пиздец. А, этот револьвер убрали, да? Да, убрали. Жалко. Теперь мы беззащитны. А не вернуть его никак, да? Да можно попросить. Мы вообще тут, блядь, правим баллы. Мы можем что угодно попросить на этом войти. Блин, это круто. Угу. А ксервак-то сработал или что? Да, что-то какие-то технические проблемы. У тебя то же самое, видимо. Да. Сейчас реконнект сделаем. О, да. Просто слева сверху файл реконнект нажми там.
Это слева сверху? Да, реконнект. Слева сверху файл. И там реконнект. Подожди. Не вижу я этот файл. У меня, потому что я в игре самой, типа. Да, я понимаю. Вот там, где OOC, видишь у тебя, да? Ну вот, OOC, да. Вот смотри теперь, убери нахуй с этого окна. Вообще, смотри в левую часть верхнего монитора. Именно так. Самого монитора. Там icons, help, файл, reconnect в окне станции. Да, у меня нет такого, потому что почему? Вот как в Paint, знаешь? Да, я понимаю. F11, понимаю, может быть, надо нажать? Да, у меня F11, но у меня F11 не отворачивается, LL. F12, escape. Нет, вообще ничего не работает. Ну, перезаходи, я не знаю. Да, скорее всего, нужен перезаход. Как можно с тобой поиграть? Ну, у нас только что был набор, мы набрали 20 человек, whitelist. Сейчас зайдем. Мало кого из них я вижу на сервере, кстати. А может, они не знают? Может быть. Скиньте, кто может серваку от листа в чат, мне не очень удобно сворачиваться. Кнопка фуллскрина. О, а где можно фуллскрин? У меня ссылка, кстати, в TeamSpeak на этот, на сервак. Тебе дать в чат ее? Ну, если не сложно. Да не сложно. Там уже дали, все нормально. Спасибо. А где кнопка фулл? А, вот он. О! Ебать! А что, так можно было, блять? А я всегда так играю. Я спрашивал вчера, можно как-то пуск выключить, мужики, чтобы не было его снизу видно? Нет, говорят. You are ready. Давайте запускайте потихоньку, товарищи администраторы. Давайте, поехали. А, я не могу написать. Блять. Давайте. Запускать времени не так много. OOC muted, блять. Winter faces. Запускай. Мне он просто обновить скажется. Ну, в следующий раз обновлюсь. Все, запуск пошел. Главное, чтобы все работало. The things of beauty I know will never fade away. Сто сорок две секунды до старта. Я купил награду, но не могу найти. Что ты не можешь найти? Грустный Лёша. Космическую станцию 13? Мне нужна прямка Beyond. Там нужно зарегистрироваться. Ник, который ты скинул. Войти. Не можешь войти? А, не могу войти. Не могу найти, блять. Странно. Наверное, whitelist еще не добавили. Но все в процессе. Зайдешь на ассистенте, потом красиво, как добавят. Будешь ходить. Блин, а все-таки SS13 на Гаррис моде было бы очень клево. Да, да. Прям вообще невероятно. Мне кажется, я бы даже в это затрогал. Как перса выбрать? Нажимаешь этот setup character. Тут пишешь пол. Вот, бля, почему мой возраст такой маленький? 34 года, детектив. Что он, блядь, такой у меня молодой? А, у тебя есть 21? Да, был. Ой, да это вообще какой-то сопляк. Да, сопляк, нахуй. А у 34 уже? Ум, он вся хуйня. Тут заходишь потом в setup occupation, выбираешь, кем ты хочешь быть, ставишь на хай роль, которая тебе нужна. Нажимаешь сейв. Чилишь. You'll never fade away. Вот так вот. Блять, сейчас новичков будет. Видел много. Подсказку? Ау. Если вы мартышка, вы все еще можете надевать человеческие вещи, такие как рюкзаки, противогазы, шляпы. Ага. И сигареты в рот. Не знаю. Ты помнишь, как мы с тобой отправили макаку с сигаретой во рту? Мы накурили ее? Ну, типа, я не помню, что там было. Мы. Надо накурить мартышку будет, блять, в этом раунде. Да, ее можно накурить.
И в Кейт отправили сигареты. Да, мы типа она такая стояла. Ты помнишь ту катку, да? Не очень. Ну, типа, мы подошли, там стоял какой-то чувак-преступник. Мы с тобой, ты детектив, я помощник. 5 секунд. И что-то мы его отправляем, и мартышка стоит. Я такой говорю, давай, типа, ну, сигарету и вставим, чтобы она последний путь как бы хоть покурила, знаешь, перед смертью. Ну, потом она улетела туда нахрен. Поехали, блядь. О, yeah. I'm security officer. Так, S тут у меня внезапно написано, блядь. S. Ладно, похуй, добро пожаловать, инжойерсы. Сегодня пойдем по дефолту, нравится. Ладно, погнали. Мне. А меня слышно, Мьюрс? Наверное, не очень. Так, ну так как я опять ленивая жопа, эту хуйню я, конечно, положу сюда, все. Но буду использовать сканер для дурачков. С комфортом. Ну что ж такое? Тогл опен. Нахуй туда пошел. Лишние ботинки, дубинка стетоскопная. Мелок. Не хочу курить, заебало курить. Что, блядь, куда нахуй? Стоя нахуй, не дергайся, блядь. Куда ломитесь, блядь? Куда ломитесь? Офицер. Что вы нахуй не можете себе места найти? Приветствую. Здрасте, блядь. Пока буду потихоньку. Можно пройти. А вам зачем? А вам зачем? Универс щемится, щемится, ебать. Где там эти перчатки наши? Блин, у меня все... Все отлично, спасибо. Сука. Глянуть, все ли у вас в порядке. Хорошо на связи, да. Блять. Че, ломится, знаешь, сейчас не срабатывает дверь, он ломится, знаешь, надо было еще вот так постучать раза четыре, блядь, типа, вы там, все хорошо, галстук, у меня сегодня хорошее настроение. Так, что я не взял-то? Детективный сканер, переодеваться я не хочу, ну, все заебись, что мне еще надо. Господа офицеры, команда доложила сегодня станцию прибытного сотрудника, мешает вашей работе, хорошо. Что там? Это все, что было? Максон Стрингер, ваш аккаунт. Вот, вас не переделать. Датчики желательно в третий. Ну, брифинга не предвидится, блять. Давайте познакомимся с нашим начальством, если таковое у нас вообще есть. Крю-манифест. Да, у нас есть Никола. Ну, он без брифинга решил. Идите, тусуйтесь, говорит, без брифинга все хорошо. О, ебать, у нас есть раз офицер, я, два офицера, три. У нас три офицера на смене. Ну, нихуя себе, блядь. Так, датчики сенсора, чтобы было видно показания. Брифинг будет? Нет, не будет. А если не будет брифинга, это значит, это только одно, мужики. Если не будет брифинга, это значит, что пончики я уже пизжу себе, ебать. Вот те с двумя, две с глазурью, пока все ебалом щелкают, нахуй. Будет брифинг, не будет. Максоуни уже, блядь, украл самое главное. К себе в кабинет. Вот так вот, ебать. Оп. Так, закроемся, тут там ебанутые периодически ходят. Так, ну, раз. Думаю, я проведу операции. Сенсов. Отлично. Еще и не нужно нихуя делать. Давайте сразу с глазурью съедим самые вкусные, чтобы если у меня их украли назад, самые вкусные я уже съел. Крысоуни. Эльжруса. Так, это ху, блять. Пошел какой-то челик. Так, сверим быстрое выхватывание пистолета. Бля, под левую руку. Под правую лучше. В левую неудобно. Так, клоун. Скидл. Инженеры шароебятся. Пойдем познакомимся с персоналом. Врачи. Уже что-то варят там, ебать. Алекс Бургерс. Химик. Повар на смене есть. Значит, мы будем сегодня кушать. Его зовут Винсент Рамзи. Ничего удивительного. Королева в ботанике. Робототехники. Николов Худауэли.
Работает и его напарник Марка Хукис. Самое важное, сети с собой шокер-доминатор работающий. О, кстати, я же забыл взять всякую хуйню. Так. Да, это знаменитый брат доктора. Тампончик с глазурью у повара. Где? Украли, блять. Украли пончик. Два робототеха, горе в семье. Все взяли подобный. Ну, я, это не мне говорят, я детектив, я себе пойду только возьму быстренько тазерочек, блять. Так, патроны для перезарядки пока сныкаю сюда. Will never fade away. Так, здрасте, ебать. Видимо, кто-то одевается, кто-то кого-то учит. Степана муштруют. Уже спиздили здесь. А мы здесь возьмем тогда. Стан-батончик мой любимый сюда. Ну и все тогда. Тейзер я в любом случае не вижу пока. О чем мне напрягаться? Закроем, закроем. Капитан, нихуя. Сколько там тейзеров? О, доминатор, ебать. Давайте я подрежу. Подрежу у вас доминатор. Активировали. Мы знаем, как его. Мы карточкой по нему раз активировали. Здравствуйте. Это с нами поговорил наш пистолет. Так. Non-lethal. Lethal. Execution, блять. Стан. Вот так, стан. Все, установили Subaru в стан. Что-то ебануло. Мара просит СБ пройти в церковь, а ПЦР требует поддержку в церковь. Ебать. А когда это произошло, нахуй? Там уже началось, блять, что-то. Это что, Борг? Юнит 01. Детектива в карго, блять. Ну ладно, я пойду в карго. Иду. Началась работа. Началось в колхозе утро, как говорится. Чат находится вот здесь. Зеленый канал связи общий, красный канал связи охраны. Там написано Common охрана. Я вас слушаю. Я уже на месте. Охуенно. Это шкаф. Вау. Strange Object. А и что, блять? Ну здорово. Блять, ну здорово. Я что, сапёр? Тут карга какая-то странная. Какая-то странная штука. Штуковина. Похоже на бомбу. Я не сапёр. Так что решайте. Вот меня это, блядь, бесит, скажу честно, нахуй. Вот всю мою ёбаную игру меня это бесит, блядь, когда я играю. Типа, когда вот мне худят, детектив в карго, блядь, кричит. Ну что? Охуеть! Это бомба, блядь. Это что такая-то хуйня, типа? Что вы... Подождите, я подойду проверю, блядь. Ладно. Странный тип руны рисует в церкви. Там разберутся, блядь. Они там разберутся. Я чё могу, блядь? Я могу, нахуй, подойти, блядь. Этот шкаф уже спиздили. И похуй. И насрать, ебать, на него, нахуй. Просто мне настолько похуй, блядь. Мог бы, конечно, отпечаточки посмотреть. Что это за хуйня? Это оно? Радиохедсет. Что здесь делает, нахуй, шкаф? Пусть тут стоит шкафчик. Проверил бы откуда. Да я уверен, там нихуя нет. Эти объекты их ищут чуваки в РНД, блядь. Детектив, слушай. Юниту-то что надо? Что-то случилось? Я что-то пропустил? Пойду гляну, что за руны там. Это что за хуйня? Бомба у вас? С чего ты взял, что это бомба? Юнит.
Юнит тоже шибко умный, походу, ебать. В карго эта штука. Чё тут? Руна. Что за хуйня? Как там, блядь, мел? Кого запакуют, блядь? Это он рисует? Бригада врачей тебя запакуют. Ханкинанство у него. Максим тот шизик. Да... Да пусть тешится, что делает. Мы-то знаем с тобой. Пизда тебе. Блять. Я в этом не участвую. Это Муниверс, да? Стопудово Муниверс. Наработался он, судя по всему, ебать. Пизду. Пойду-ка нахуй по своим делам, блять. Акт насилия в церкви. Мара блокирует. С ума сойти, мужики, блять. Верти, блять. Наперсточник, блядь. Вот утка, блядь. Верчу, говорит, наебать хочу. Смотри, у него тут игра. А это что за хуйня? Сумка здесь чья-то лежит. И еще одна сумка. Я слушаю. Тоже пустая. Нахуй все эти сумки тут, да. Там кровь, я их нашел на инстинкт. Ну покажи, покажите, пожалуйста. Ну пойдем посмотрим. Снизу тут сейчас будет. Ну это... Это же ну что же вы. Присмотритесь. Густой какой. Это очевидно соус. Написано, он, видите, когда присмотришь. Chiefs Cooking. Спасибо за сигнал. Кто-то бутерброд уронил, ебать. Скорее всего. А банановая граната, кстати, здесь так и лежит. Не могу отказать себе в удовольствии, блять. Ей воспользоваться. Ну, магистрату мы кидать, конечно, ее не будем. Там киборг что-то пишет. Так, что там? Известный детектив не отвечает, как говорят, что оно детектива, потом мне отдают ее нелогичные команды. У меня ничего нету, блядь. У меня ничего нету. Ну, да, они там уже разобрались, блядь, и без меня. Если что, кто-то там что-то стукнул. Кстати, это довольно странно. Так, граната взведена банановая. Мы ее бросаем, отходим. Балдеж. Кто-то стучит. Кто-то что-то бьет. Это гражданский. Одет как колдун. Курит. Пожарная тревога в нюке? Пожарная тревога в нюке? Что там, блять? Мара не видит, Мара видит. Это что за... Робот-шахтер. Там, походу... Микрофон выключил. Говорю, там, походу, Муниверсу пизда. Это не, мы убрали эти очки. Они слишком имбовые, чтобы через стену полить ими. А кто-то там пришел? Кэм. Интересно, блядь, что он тут делает? Очень интересно. Азамат Киселев. Шароебится инженер. Бальтазар, который там наперстки раскидывал.
Он, походу, взял, пошел себе мультитул. Не иначе. И почему туалет закрыт? Там кого-то крутят, блядь. Мара закрыла его. И нормально отыгрывает. И почему туалет закрыт? Потому что Мара закрыла его. Логично. Я, пожалуй, тоже налечу. Так вкусно пахнет, не могу. Это что у нас? Это положу ребятам, может, доедят. Я там уснул пару раз. Офицеры, принимающие ящики. Где он? Как там дела? У Универса надо пойти посмотреть, что там. Закурил. Пилот. Один инженер. Я отдыхаю. Я никому не нужен. Балдежно. И открыл туалет. А, да, я же хотел посмотреть на рабоебов. Интересно, чем там заняты рабоебы. Здорово! А что это у вас такое? И покажу на эту хуйню. А вот. Где? А вот, понятно. Слушайте, а ваш коллега на месте? Марка, который. Ящик находится детектива. У меня нет ничего. У меня ничего нет. У меня ничего нет. Он хотел установить себе то ли импланты, то ли рукоконечные. Понятно. Спасибо. В вашем отделе там не было ящика. Надо бы разобрать его, блядь. Надо бы на утилизацию. Как по мне. Этот наперсточник заебал уже, честно. Это Муниверс там стоит с ним выбирает. Нет, это Степан. Привези ящик в БИК ко мне. Нет команд, действуй согласно, блядь. Чё, притащил ко мне эту хуйню, блядь? Сумасшедший, блядь. Наверху пройти можно, он пошел по дальнему маршруту. Запираются ко мне без спроса, блядь. Степа раскуривается. Да, в наперстке. Да, ну я не хочу. А Муни еще при работе? Вон он хуярится, три. Наверху. Так. Бля, мы могли Крамера еще позвать, станцию сыграть. И завтыкали, не позвали. Два уборщика. Спасибо большое, Аустинг, за... Правильно понял? Аутисинг? Аутисинг. За подписочку. Ученый пришел, что-то принес. Так, проверим робототехник. А вот он, Марк, он себе все нахуй роботизировал. И правда. Это, блядь, странно. Вообще все. Голову, блядь. Руки, ноги, нахуй. Это значит, что теперь он в базе совершенно по-другому выглядит. Надо это помнить. И почему... Почему в болты? Чё-то яишко нахуй хуйней занимается. Так. Да, мои детективные дела. Карточку сюда, логин. По имени отсортировать. Вот он как выглядит. Теперь это не актуально. Теперь он выглядит как робот. Хорошо. Карточку верните.
Замен западного туалета по причине... Пожалуй, если съесть, что инженеры просто так риги таскают. Наверное. Ебать. Что за движ? Игрушечным ножом ебашит ее. И убежал. Ассистент. Пивнорист у вас есть? У меня есть. Или как со скадрами проблемы? Криминалист? А что случилось? Что произошло? Да, криминалист, это тот человек. Какой человек? Какой человек, блять? О чем речь? Который расследует убийство в основном. А что произошло? Да, помощник, да я без помощника. Нормально справляюсь. О, спасибо, Лизякова. Все нормально? Окей. Okay. Так, у нас есть какая-то история. И Red Bull. Да. Коронер не помешал бы. А у вас есть... Коронер. Кого-то тазером пиздануло. Здорово. Пойду гляну, что там. Пришел СМО. Мы мило пообщались. И не нравится мне. Перестал нравиться. Хуйней занимается. Это чё? Это наш доктор здесь. Чилит. Как ты спишь после Red Bull? Нормально. Что там, блядь, творится? Погоня, блядь, какая-то на. Что происходит, блядь? Помогите, блядь. Стой. Что такое? Бля, муниверс, у него игрушечный меч. Извините, нам пора. Так. Пойдем. Все, пойдем. У него игрушечный меч. Тебя уволят. Этому для развлечений. Нам нельзя просто так. Просто так бить тейзером людей, которые играют в игрушки, блять. Что за офицер стрелял тазером по человеку с игрушкой? Молчи, дурак. Не отвечай. В рацию. Ну, у нас же глаза есть. Ты же видишь, игрушка. Ладно, к черту. Делай как хочешь. Капитан там души, да блять! Пизда муниверсу. Блять, ну если капитан не дурачок, он вспомнит, что я его уводил, этого офицера. Блять, если он меня сейчас спросит, блядь, детектив, вы же его уводили? Я скажу... Нет. Я
скажу нет. Я скажу, не помню. Не могу знать, уводил, нет. Краткосрочная потеря памяти. Ладно, пойду гулять. Так, турун-турун. Я вообще у себя сидел. Так. Клоун в своих ботинках еле ходит. Так, проходим мимо капитана. Бочком, бочком, блять. Так, типа, пойдите на мостик. Бля, так точно, сэр. Доебался таки до меня. Скажу, бля, я не помню. Постучу в стекло, типа, что я уже тут. Вызывали, сэр. Именно, так. Так, пошла жара. Я уже придумал, что я отвечу. Я знаю, что были офицеры, которые стрелял тазером человека с игрушкой. Да вы что? Да я бы никогда не соврал вам. Это так, блять. Сука. Дурдом, блять. Наказать следует в любом случае. Вы же капитан. Вам и решать. Там, давай кин. Накажу либо вас, либо его. Так, а что вы хотите-то? Вы зачем вызвали? Я же сказал, да, уводил. А то он бы напортачил. Я вызывал узнать имя офицера. Ах, имя. Ну, про имя вы только что сказали. Сейчас вспомню. Так, тыкнув ПДА. Степан Шестаков, блядь. Черт, не помню. Правда. А похуй, че, блядь, не скажу, муниверс был. Вроде бы муниверс буревестник. Но я точно не помню. Забавно, что вы решили наказать меня за то, что я увел офицера, чтобы он не навредил члену экипажа. Он... А если бы я имя не вспомнил, то вы наказали бы меня. Получается, в следующий раз мне нужно просто уйти? Так попробуем. Он бы его тогда покалечить. Блять. Я наказал за то, что вы роботоактивны и способны запомнить имя тайное офицера. А откуда ж я знаю? Это никак не относится к моей работе. Криминалиста.
Ну как же? А, ця, сука, ця, не, ты что делаешь? Я хочу тратить полемику. Выполняйте работу, блядь. Доебался, блядь, не с хуя с пустого места. Хорошо, хоть за доминатора не доебался на посе. Пау! Я ранен! Как упасть? Как упасть? Где? Рухнуть. Спасибо, ебать. А как лечь просто? Можно же как-то лечь? Потерять сознание, вижу. Усмехнуться, хмуриться, трясти головой, пялиться, посмотреть. Знаете, как раз начинает дрожать, болезнь дух, чихнуть, смеяться, рухнуть, кричать, свистеть, бормотать, почесаться, стонать, трястись, хмыкнуть. Сильно дергаться, время преклониться, поклониться, брать причины, могу дергаться, хлопать, подавиться. А если Shift 6? Shift 5. Нихуя. Shift B. А, опа! Красиво. Так, к исполнению обязанностей. Буревестник на мост. Пиздам универсу. Столько спама нахуй. Опа. Снова здорово. Юрс морозится нахуй. Не идет. Пойдем на робототехников лучше посмотрим, на месте они или нет. Не нравятся они, блять, мне. Так, клоун говна. Клоун говна в порядке. Показал на свои глаза. Показал на глаза уборщиков. Ушел. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, тан, 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 та-да-да-дам, та-да-да. Инженер здесь. Рипли даже не сделали еще. А уже проебались. Оба причем проебались. Актив не могли бы? Мог бы. Но не буду. Ту-ту-ту-ту. Че киборгу надо? Спорим, принес мне какую-то хуйню с техов. Пистолет, блядь, какой-нибудь. Ну блин, Борг. Все веселье. Ну блин, стой, куда он его убьет, нахуй. Блять. Ему пизда. Просто пойду-ка я нахуй отсюда. Блять. Съем пончику лучше. Ему пизда, там Борг, блять, машина. Пошел его ебашить. Но Борг на самом деле не виноват. Тут реально пизда другому чуваку. Да-да, да. Мяско, да, Борг? Смотреть хоть что за мяско? Да нет, там просто лазер так оружие. Я решил ему подыграть. Но он сам виноват. Я за тебя, если что. Блин, это... Что нужно-то? Что нужно-то?
Блять, стой, мясо, стой! Стой! Стой, сука! Так. Мясо. Там протеин есть. Что еще можно? Ну, мясо. Кусок мяса, да. Подсобке повара нужны кровь и кишки. Так. Кусок мяса не принадлежит члену станции. Но ты, конечно, очень инициативный, Деборга. Убирайте мясо. Ой, садимся. Так. Что у нас там дальше? Тун. 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 Ту-ду-ду-дун. Да он там что-то готовит. Не проблема, пускай готовит. Fucking cool. Oh my god. Ебать, тут хоронят кого-то. А, да, блин, робототехники, точно, сука. Подозрительно пока спокойно. Но это пока. Обычно весь экшен проходит в инженерском отделе в техах внизу. Но я туда не хожу, просто потому что, ну, блять, это мета, типа. Правильно? Этот кусок мяса уже заебал путешествовать. Я, типа, просто, ну, гуляю, чё мне. Играй со сестурой. Дзинь. Так, Варден. Охуеть, мужики, Варден. А кто это? Ну-ка. Кто у нас Варден? ЦФК. Юрген Кайзер, с ума сойти. Тот, кого я вчера искал, ебать. На Вардене. Охуеть, папаш. Так. Так, Research Department. Вот он у нас на камерах. Что там понесли? А это случаем не... А что он делает в офисе РД? Он же роботизировал себя. Кто у нас РД? РД Легион. Но это роботское имя тоже, кстати. Так что, скорее всего... Коллеги, скорее, это время арестов редактировать криминальный статус. Варден говорит, обличить работу. Так это скорее для тебя. Это Варден должен статус стать. Так, лист, где этот легион? Вот он. Нет, это он, нормально. Что там по марка? Да вот сейчас я их и ищу. Странно, что их нет на рабочем месте. Давайте дальше. Тут все заебись, заебись. Вот, марка пошел. К себе в отдел зашел. Второе где? Чё они там? Чё они там лепят, блядь? Что это за хуйня? Какая-то странная хуйня. Заявляю, что наперсточный крышот имеет самые благие честные намерения. А где, блядь, ты взял эту рацию, нахуй? А откуда у тебя этот канал связи? Кто это говорит, блядь? Кто это говорит? Стоп! Слушаю. Кто вам дал? Это сам бомба, да это оно? Кто вам какой? Какой? Как его зовут? А, стойте. Реймонд. Вы дали. Ну так задержите его нахуй.
задержите его. За допуск предметом, которым у него нет допуска. Блять, с ума сойти. Бля, мне тут все вымыли, теперь пешком ходить, чтобы не подскользнуться, сука. Спасибо, у меня чисто. Табличку бы хоть оставил. Роботик. Так, та-тан. Тан. 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 Та-та-дан. Робототехники оба здесь. Я выполняб ежедневную процедуру. Ну, выполняб, выполняб. Инженер гуляет. Это хуйня, которую мне принесли. Ну, в ресерче пока нормально. Давайте, давайте быстро проклацаем с вами. Ну, так, чисто, чтобы была видимость действий какая-то. Не можете. Там и законы свои сказал. Вы не можете причинять вред. Причины должны повиноваться всем приказам, которые дают экипажа. Вы должны заботиться о своей безопасности в той мере, в которой понятно. Ну, дефолт. А на работе реальный человек играет? Да. Тут все реальные люди, кроме всяких простейших, типа Бипски или ведер на колесиках. Так. А, ну весь танк, наверное, сломался. Хуй с ним. Северный бар сломался. Вон бармен. Сюда в комнате обеспечено. Я работаю. Капитан Номер, спящий... Кровь и спящий в ней ксенобиолог. Пойду прогуляюсь. Пойду посмотрю. Так, просохло все, можно снова бегать. Кури макаку. Ща. Бензопила у него уже. Это ну-ка покажи. Игрушечная. Мы тесно работаем с прессой. Возможно, союзник ксенобиологии ранен. Давай мы идем. А где муниверс, интересно? Так много роботов. И проводи, пожалуйста, в ксена. Орк уже там. Ну, предпочитаю человек... Опа, блять. Это он течет, да? Стой. Блять. Ай да робот-уборщик, блять. Нас, сука, на хорошую делали, блядь. На совесть делали. Ай, какой молодец. Блядь, успеть бы хоть кусочек. Успел, все, похуй. Сука, только попробуй. А похуй, я успел. Ты ж роботик. Роботик. Модуль уборщик ниже приоритетом, чем модуль мешатель криминалисту. Активировать. Алекс Картер у нас это... Давайте посмотрим. Ксенобиолог. Ну, он и потек, ебать. Так, все ровно. Да, поставьте. И запрограммируйте его, там это, и вы там это.
Пропишите ему, чтобы не стирал кровь, кишки всякие, без команды. Все, заебись. Вадя, как дела? Кайф. Ну, блядь. Спасибо. Дай бог. Дай бог вам. Судя по всем показателям, он был покусан своими же слизнями, а потом уснул в своей крови. Ну, бывает. Тарс, уровень юмора 150%. И вы стали машины из пепла ядерного огня. Так, ну пока все ровненько. Единственное, что я перестал видеть Муниверса, блядь. Пойду посмотрю, может его уже уволили, надо базу обновить. Все возможно. Блядь, слышу сапоги смерти клоуна слева. Прикметы смог принес лекарство. Здорово. Кончик. Так, давайте глянем. Рекордс. Его зовут Муниверс. Да нет, пока при работе, блядь. Пока вроде при работе. Да, он теперь другую игру играет. О! Я ранен. О! Да, я не буду больше с ними играть. Они не веселые, нахуй. Пора вставать. Никакого праздника, блять. Пиздец, я разорен. Селье, блядь. Лазер Space Gun. Посмотрим, как вы, суки, поиграете теперь, блядь. Никакого, блядь. Не, если со мной не играют, значит никто не играет, блядь. Токсик. Что это за хуйня с кислородом? Мне не нужен Рипли. Гринч, Гринч, похититель Рождества. Что за жесть в техах имени Ренда? Этот в порядке, этот в порядке. Го проклацаем еще раз. Так, похуй, 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 похуй. Нормально, 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 нормально. Ёбаный уборщик. Нормально, нормально, нормально. Ну, если он сейчас, что это за маячок, блядь, стоит? Что это? Что он нахуй там делает? И кто его там оставил? Пойдем посмотрим, блядь. Это вроде какие-то бекончики такие, биконы, но их кто-то там оставил. Мара набивает глаза в отбытии. Глаза. Телепортационный маяк, он всегда там. Понятно. Лазо. Лазо, лоза. Ну, пускай их там лазером хуярят. Продолжим. И место. Отбытие написано. Место. Ну, это Борг, он не шарит. Так, пушка, 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 крэнк. Что, блядь? Охуеть, блядь.
Что такое? Что, блядь? Что, что такое? Что случилось? Что такое? Босс. Блядь, Чиркаря. Что такое, босс? А? Окей. Понял. Ну все, удачи вам тогда. Дай вам бог, блядь. Та-та-та-та-та. Дальше смотрим. Та-та-та-та-та-та. Опа, блядь. Сейчас он накурит мартышку, смотри, блядь. Он мне что-то пытается дать, нахуй. Давай, накури ее. Накури мартышку, блядь. Давай-давай, и накуривай ее нахуй. Да-да, сажай ее на табуретку, блядь. Давай, засовывай ей. Засовывай ей сигарету, блядь. Давай, блядь. Что он держит в руках? А он, наверное, готовит. Ладно, похуй, что он не решился, блядь, что-то. Еще не решился пока. Что-то там еще происходит. В блю щелде все заебись. На мостике огонь. Тут все хорошо. Тара-тара-тара-т. Тара-тара-тара-та. Охуеть, блядь, чё нахуй? Охуеть, блядь. Охуеть. Инжинборг. Статус. Боргу, блядь, плохо. И система в норме. Борг, причина. Нахождение в детективном офисе. Вы бы это следили за своими машинками? Да. Блядь, опять в лазертаг играют. Да я его в первый раз вижу, ну да ладно. Отлично. Кошмар, блядь. Да это не стреляют эти лазертагеры, блядь. Вообще нихуя не происходит пока. Тара-тара-тара-тар-тар. Опа. Куда они попиздили? Ты ж... В Брик вызывали? Куда они там пошли, блядь? Они вроде... В офис босса ломанулись. Туру-туру-туру. Туру-туру-туру-ту. Тысячу лет назад вызывали. Ну ладно. Окей, похуй тогда. What a handsome guy. Сделай килл и расследуй. Да не, ешь. Не селфан так и все такое. Они тут не ориентируются. Блять, что это в Бриге стоит? Кто это? Ну с ним уже Варден разговаривает, похуй, не буду мешать. Храпит. Пилот курит, пердит. Вылетов боевых нету. Давайте быстро, короче. Я пытаюсь найти какой-нибудь труп ебаный, если честно, на этих камерах. Не будешь проверять нерабочие? Не. Падло. Да Варден должен вообще камеры смотреть. Я так, это, мне это не обязательно делать. Сука. А, это они там ремонт делают, наверное. Да. Центральное командование. Ту-ту-ту-ту. Спасибо большое, Штрудель. Ну вот так вот, видишь. На каком дискорде могут обучить игре? Я могу тебе дать... Дайте человеку РВ-666 Википедию по станции прямо сейчас в чат. Что он там нахуй делает? Что у них там, блядь, происходит? Почитай там гайды, там очень полезно. Какой-то, блядь, ритуал проходит. У него кубы обезьяны? Интересно, откуда?
Я почти успел. На астероиде что-то там было. Не доглядел. Уборщик флексит тут. С ним клоун флексит. Это механика был бы? Нет, это лаунж. В дормах все хорошо, в толчках тоже. Походу там помогают чинить этот... Как эта залупа называется? Для вылета, под. Когда резидент третий. Я не собирался пока. Тесла хуярит нормально. Бля, красота какая, да? Так, сейчас ебать. Вон, видите, вам скинули ссылку в чат в Википедию. Там можно... О! Отлично. Так и оставим. Ухо потом тоже движ. Он хочет куда-то устроиться, этот наперсточник. Кто ты? Blue Shield. Интересно, кого он прикрывает. Он прикрывает автомат с сигаретами. А чё это, блять, у них лежит? Пойду гляну, что за хуйня. Уронили сайт. Молодцы. Ну, ссылка у вас есть, потом как он станет, посмотрите. Здрасте. На секундочку к вам надо заскочить. Приветик. Так. Ага. Ага, спасибо. Да так. Люблю. Знаете. Воздух. Как в огороде. Красотища. Спасибо. Удачи вам. Это у них там такой спрейер. Спрейер. Доебал. Чуть не доебался до ботаников за, блядь, эту нахуй брызгалку. 10 лет строгача, блядь. Дум. 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 Ого, тыкать дальше. Так, тут чисто, чисто, чисто. Да, чисто. Хорошо. Бля, повар так много еды, а он свою индейку подает. На пальцы похоже, да? Так, библиотека все ровно. Что происходит, блять? Какой-то движ. Два охранника прессуют в библиотеке кого-то. Я ворчу, ебать. Чё я ворчу, нахуй, интересно. Новый сотрудник у них, я посмотрю, в меди. Наконец-то хоть кто-то компетентный на кресле сидит. Старый стал. Он выбраться-то хоть сможет, блять. Пойду прикольну его, ебать.
Там что-то происходит, Blue Shield. Тихая Ева ебут карготеха. Блять. Тихая Ева ебут карготеха. Потом прикольну, значит. Что там, блять? Капитан куда бежит? Так. Собственно, блять. Собственно, граната-то я кинул. Кто кого, ебать? Это же твои бананы, да я знаю. Нас. А кто? Ага. У вас труп. А нет, это не труп. Так, пока спрячем ствол от греха подальше. Ладно. А кто, собственно, напал? Так что ответственного за бананы. Так проверьте. По 402. Так, а блять, а что случилось-то, блять? Так а кто на вас напал? Что произошло? Что, блять, нахуй? Он пиздит. Блять, ладно. Я нихуя не понял, блять. Видимо, я что-то... Я, блядь, запутался. Что случилось? В двух словах. Так, ну бананы. А дальше? Вообще не врубаюсь. Нас бананы выебали. Бананы. Выебали. И убили человека. Ну, это робот был. Я упал. Короче, это ЖБ. Так. В техах лежали бананы. Массовая квантовая акселерация. Бананы убивают. Да вы что, блядь? Как они убивают? Это же бананы. Похоже на генократа, что-то. Арест Блит Пёрпл, его рукомеч. На тебе показать? Давай. Где бананы? Давай покажи, блядь, мне интересно. Только без тормозов. Так. Ну и что? Вижу бананы. Ах, ебать. Ебать. Охуеть. Охуеть. И что, блядь, произошло? Типа ты встал на бананы и ускорился? Действительно, блядь. Убивают. Пойду посмотрю, чьи они. Так, ну возьмем там, возьмем бананы, пил. Ой, нету отпечатков. Эх, ничего на них. Ну ладно. Жаль, жаль, конечно. Такое дело сорвалось. Там, говорят, генократ есть. Банан проверил. На них ничего. Ту-ту-ту-ту-ту. Посмотри, что за хуйня. Так. Ну, пойдем посмотрим, что там, Вадик. Генограмма появляется в парк. Висяк. Ну, бананы клоун может раскидать, конечно, да. Песик какой-то пошел.
Капитан СБ ко мне в кабинет. Борг взломанный. Мужик, Вадя, ну я же не сапер. Что такое, блядь, Тенли? Нихуя нет на этой хуйне. Нихуя на этой хуйне нет. Бля, в итоге шароёбимся нахуй. Это КМ? Видимо, КМ. Что за хуйня здесь? Как у вас? Как у вас дела? Живете? Шкаф тяжелый. Ай да вы. Умница. А это для камер. Пускай чинит. Даже заглядывать не буду. Брик остался без стоит, но беда, ваши отходы из действия можно загрузить в БСА и захуйнуть прямо противника. Это шахтер сделать уборную смысл НТ. Вернемся, блядь. Блядь, он там не задохнулся? Ой, не туда. Морг, это сюда. Живой, блядь. Отдыхает. У нас СМО в неадеквате. Предлагаю до красного повысить. Ну, пока чильнее, я вам так скажу. Какой-то негодяй разбросал в техах бананы, а люди кататься на них начнут. Это, я понимаю, новый виток естественного отпора. Блядь. Так, камеры, да. Да что мне? А что я должен сообщать? Офицер, который нашел, пусть и сообщает. Я тут, блядь, при чем? Я нахуй не должен бегать с хуем напервес и всех спасать. Я криминалист, блядь, а не хуй в стакане. Я буду сидеть, блядь, до тех пор, пока... Ох ты, там котика какого-то родили. Кошака в морг привели. Тут жертвоприношение в церкви. Это интересно, за этим надо посмотреть. Ай, блядь. Чапел. Воевать, они мартышку нахуй зовут. Нихуя себе, они забивают мартышку, блять. Вы что тут нахуй делаете? Ебать. Ну так. Ну так. А что там? Скучно, блять. Что там? В общем, поехали, ебать. Что-то происходит. Ты знаешь, трогал ли кто-нибудь это? Ну давайте посмотрим. Банана пил. Угу. Есть.
Мирон. Вы трогали. В техах? Я уже видел. Ага. Без следов. Какой-то гигант мысли поработал. Какой-то очень сексуальный и умный преступник. Гениально не оставил никаких следов. Я думаю, мы его не возьмем. Уж больно он хорош. Ладно, пойду. Там в церкви жертвоприношение показывают по телеку. Так. В церкви на моих глазах захуярили мартышку в каком-то сатанинском обряде. Жертвоприношение. Что делать с этим, решайте, коллеги. Так, замечательно. Пизда обоим. Участвовал священник и клоун. Какой религии придется священник? Я понятия не имею, блять. Похоже, какой-то придерживался. Ебать, там народу собралось. Так, они скоро людей хуярить начнут. Космосатанизм. У нас нет ничего против. Думаю, для них это нормально. Ну, это пускай хуярит дальше. Там роботы восстали, кажись. Ну, а я что могу? Я-то... А что я мог? Опа. Пан выкинул что-то. Тарелку выкинул. Пускай там ходит. Инженер шароебится, что-то ходит. Бля, подбивать бы лучше руки, кто придумал такую систему камер. Алло. Из морга звонят. Алло. Вы что-то хотели? Не я позвонил. Вы что-то хотели? Алло. Вас не слышно. Так, смотрим дальше. Та-дам-там-там. Там продолжают что-то выращивать. Вот там, свинопуз ходит. Блять, повар своей этой уже заебал индейкой всех, походу. Продам мега-кота. Экзотический товар. Это, походу, того, которого мы видели, черненького котика, которого он вырастил. Опа. Библиотекарь, блять. У него в руках какая-то записка.
Уверен, но почему при этом вокруг станции на камерах, как маркер, Батист находился длительное время в отбытии с Борга, с ним заметил батарейку. Предложить находящийся ранее в нем. Возможно, он как-то замешан в его взломе. Это робототехник Марка, да? Все возможно, кстати. А где он сейчас находится? Да вон они ебашут дальше. Это собирают, там собирают. Они собираются мартышку ебануть в космос, нахуй. Вместе с бананами, блядь, через эту хуйню, которая капсула в отправлении в открытый космос. Взять его под наблюдение. Он сейчас у себя. Мог бы. Я бы мог, да. Мог бы. Где Борг? Мы арестуем робототехника за то, что он лазил в Борге? Довольно странно будет это, наверное. Ебать, не причиняйте вреда персонального отряда до тех пор, пока они не несут непосредственную угрозу вашему существованию. Подчиняйтесь приказам с приоритетом в соответствии к рангам и роли. Храняйте себе смертоносное оружие, потому что вы чертовски дорого стоите, блять. Уничтожите любых и всех злоумышленников, легально и нелегально. Прям ебашить. Кто-то кричит, но разве меня это волнует? Блять! Кто орёт, блять? Кто орёт, нахуй? Пиздец, блять. Мотив песни немного изменился, блядь. Да не, вроде не изменился. Эти камеры мы уже смотрели, мы когда-нибудь досмотрим их уже, блядь, или нет, нахуй. Ну, обыщите, блядь, я тут при чём? По мне такое, обыскать робототехника. Там футбола она орёт. Как там универс? Я, кстати, не знаю, ебать, как там универс. В морге что-то происходит, блядь. Капитан там. И блюшилд, что-то шароёбец. Ну-ка, это интересно, блядь. О чём-то разговаривают. В морге, блять. Пошли. Чувствую, мы приближаемся к концу, мужики. Шахтеры, ничего, у них все заебись. Ну, блядь, сегодня смена, конечно, мое почтение, нахуй. Уже сколько идет? 1.5 часа нихуя не произошло, блядь. Это серьезный поворот. Состав УСБ, блядь, видимо, мне тоже придется идти. Автоаптечку получить. Смена может еще долго идти? Ну, от часа до 4. И долго здесь будут шаребиться эти инженеры?
Самое ужасное, что произошло, это кто-то кинул бананы в шахты. Да. Приветствую. Аптечка. Аптечка. Кто там это сказал? Да. Виноват. Это этот. Здрасте. О, ебать. Спасибо. Включайте кнопки, кладите в карман. Так. Буп нахуй. Ебать она коротит, конечно. Мое, блять, уважение. Кто это пошел? Сье пришел. Че у него там? Все нормально, 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 нормально. Все с кайфом у него. Rapid Construction Device. Это, видимо, инженерская штука. Бомба. Бомба. Где бомба? Это? Attention. Это бомба система Феникса. Таймер сет на 5. Блять, надо было, наверное, выбросить в эти 5 секунд. Ну, сказали, что все заебись, значит, все хорошо. Мне же это наш дал товарищ. А что там было attention? Solar flare какой-то нашли. Так. Я, пожалуй, просто посижу у себя в кабинете, да, потыкаю кнопочки, блять, все такое. Посмотрю на робототехов. Да упокой Господь всех, кто в открытом космосе. Там что-то, видимо, произошло. Теперь не с корочкой. Там, похоже, видимо, какая-то вспышка была солнечная, и теперь всех, кто в открытом космосе, разъебало нахуй. Ну, я так понимаю. Что это за хуйня на астероиде? Я вижу код. И это хуйня. На труп не похоже, блядь. Какая-то залупа. Повар там горбатится дальше. РД, капитан, Брюшилд вместе с Боргом охрану стоят на мостике. Причем что-то с компами. Но нюка в порядке. Волт, никто там, мышка он спит. Стяжки. Казалось, что видел стяжки, но я не видел стяжки. Правильно, что пишет Гринейд Кейзин. Да, ну нормально, сказали, что заебись. Shift-клик на камерах работает. В смысле shift-клик? Shift-клик. Я тыкаю, блядь, не работает нигде. А, о. А, нет. Показалось, что можно летать. Не понял. Блядь, что я сделал? Теперь медленно придется. Вот так вот. Я нажал и испортил. Ты можешь сказать, что человек стоит через камеры? Нет, не могу, к сожалению. Вот раньше мог многое. А теперь пиздец, нахуй. Хуй настрою, как было. СБ на мостик и взломан. Ну вот и приплыли, блять.
Ничего необычного. Че вы труситесь, блять? Это ксенобиология, у них постоянно такая хуйня. Так. Шашлычки, все же есть. Мостик заблокирован. Варден, ты где? СБ на мостик. Там все хуево, уборга. Все, мы все посмотрели, короче, у нас и, блять, флексит. Чтобы не попадаться под горячую руку. Ой. Мирон. 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 Кем-то могу. И в небо вашего света. Давайте. А есть совет. Бегите. Бегите, блять. Ну ладно. Как бы найти этого негодяя? Сам не знаю. Дело, конечно. Висяк. Никаких следов, кто это пришел. Да, техи трогали много кто. Попробуй, угадай. Это как иголку в стоге сена. Рик Шортс, да, генетик, генетик. Генетик, вам что-то надо? Он съебался сразу же. Да мы все уже подскользнулись. Ладно. Не забивайте голову. 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 У нас говорят, и взломан, а код зеленый. Слушай, ну сегодняшний раунд станции довольно скучный. Я вам скажу, скучный. Оп. Психиатр пешком ходит. Охуеть, такая редкость на самом деле. Синий код. Чудеса. В чем вообще смысл игры? Это РП. Шахтерс. Ах ты, блять. Армблейдом не настоящим. Причем армблейд, блять, из пены. Блять, заварить его там, что ли? Красный кот. Красный кот. Теряйтесь там в свой отсек. Что это? Меня уже избили. Так, цивилиан. Да-да. Нет-нет. На тушу давно заходил? Ой, давно. Ебать нахуй. Лампы, блять, повзрывались. Ну охуеть. Бля, у робота выключ... Опа. У роботов камеры выключены внезапно. Ну, потому что, мне кажется, робототехники замешаны как-то в этом вовсе. Давай посмотрим, что там в Core AI. Нормально все у него. Бипски.
Обесточили оплот Чембер на мостике. Лаги? И, конечно, пробабли. Все бегают с хуем наперевес с оружием. Мои услуги тут не нужны, если честно. Муня, это тут? Я тебя уже давно не видел, что делаешь? Слушай, ну, в данный момент брожу среди темноты. Что было? Интересненько. Ой, да, блядь. Я нахуярил той, которая там верчала. Которая лазерным мечом меня ударила, блядь. Потом у них кислорода нет, блядь. Я так понял, блядь. Она пошла нажаловалась капитану. На меня. Угу. А я ее нахуярил за это. Теперь она как бы не трогает меня. У них у кислород там выкачивает, блядь. А у тебя что? Ой, блядь. Да. О, хорошо. У них там кислород качает, блядь. Да? Тут есть чем дышать? Нет, тут нечем дышать. Тут разгерма, ебать, на мостике разгерма. О. Оставим это инженерам. У меня вообще нихуя. 2 часа флекшу, пойду в кабак, ебать. Тебя не уволили, кстати, да? Нет, а за что? За то, что ты тейзерами всех пиздил. Ну, слушай, я только одного напиздил. Я священника видел, как ты уебал. А священника я мискликнул, блядь. Ты когда-нибудь решал вопросы с разломанным ИИ? Нет. Я на старом Ониксе, помню, решал. Там можно было выварить его. Там как кочеловая, кстати, вышла, на самом деле. Мы сидели, да вообще нихуя не сделал. Мы сидели у Хоса, бухали. Такая скука, блядь, адская. Хос мне еще провел курс молодого бойца, я теперь знаю, как СБ вообще должен какую правильную экипировку брать. То есть полезная такая карточка была. Ты во сколько спать, Максим? Ну сейчас посидим, посмотрим, чем закончится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Гравитации больше нет. Ага. Надо трогать стену, чтобы не улететь мимо денег. Это я рекомендую. Да, можно сесть на стул просто. Угу. Ну я вообще нихуя, грубо говоря, не сделал. А, не, было дело, один прикол один был, да. Что ты раскрыл? Да я скорее устроил преступление, чем раскрыл. Какое? Я нашел банановую гранату и подумал, что будет весело ее взорвать. Пошел, взорвал ее в техах. А оказывается, она не особо так работает. Блять! Блять! О, я схватился. А оказывается, она... Это... Она, короче, типа, каждый банан... Блять! Оп-оп. Каждый банан ускоряет еще больше человека. И там и на этих бананах, если на 10 подскользнуться сразу, ты улетишь со скоростью, как рейлган выстрелили, блядь. А ты, кстати, урон получишь, если уебешься? Да, я там критическое состояние нахуй сразу, если ты улетаешь, да. Дюран в главном холле. Оп-оп-оп-оп. Да, хавчика, конечно, много. О, пун-пун уже с сигаретой. На, пун-пун. Закури, ебать. Оп. И я закурю тогда. Дации нет. Да, нормально.
Пусть расслабится. Что сделает? Расслабится. Такая дичь. Охуеть, блять. Ты понял, в кого ты, блять, бросил? А в кого я бросил? В нашего главу, блять. Бутылкой по голове, нахуй. Ёбаный рот, муни, блять. Выскользнула из рук. Простите, сэр. Пустая, она разбилась об голову, блять, ему. Там Дюрант вышел из этого. Ты видел? Дюрант, ты чего? Это робот такой, вышел из-под контроля. Пойдем, ты же офицер полиции, работай, блять, ты охуел? Да-да, сейчас я иду. Иди, блядь, да. Ладно, курение убивает. Где там, блядь? У меня почему-то харчик пропал полностью вообще. Где там, блядь, кислородная, блядь, масочка? А что тут, собственно, ёбнуло? Слушай, вот он вышел из-под контроля, и что нам нужно сделать? Ебануть его, видимо. В главном холле был. Угу. И борщик флексит, там разгерметизации воздуха нет, ему похуй, он едет дальше вообще. И, блядь, проблемы. В ботанике пиздец, Дюрант в ботанике. По Дюранду вроде как работает какая-то энергетическая хуйня, ну-ка. Non-Lethal, Lethal Eliminator, Execution Slaughter и Stun. А ты какой выбрал? Я попробую Stun, но я не уверен, что на него это сработает. Я попробую все режимы пойду. Бля, я красный вроде, короче. Хоть какой-то, но это ты Execution прям, блядь, казнь поставил. Да. О, он пум-пум курит, нахуй, заебись. Так. О, я слышу его. А где он? Ну я не должен тебе, наверное, говорить. Ну да, это мета. Я спрошу по спецсвязи. Техи, брига. Ну вот я как бы ответил тебе. Так. Техи, брига, все понял. А вот. Вот теперь все было по РП. Библиотека. Я не видел, но я решил исправиться. Бля, я не помню библиотека. Да там бегает, блядь, Дюрант и всех взрывает. Здрасте, нахуй. Ебать, первое, что мне сказали, это... Ух ты ж, блядь. Один ботаник умер. Блять, позвольте один вопрос. Вот у нас по станции ходит свежесобранный Дюрант и всех ебет. Вы как-то причастны? Блять, у меня тут тип без рук, без ушей, нахуй. Кашите. Я так и думал. Я, наверное, пойду найду Дюранда, блядь, легендарно с ним вступлю в схватку, нахуй, и отчалю, потому что уже скучно, пиздец. Интересно, откуда он взялся, конечно. Блин, а как там через... Как Ми показывать? А вот, Ми. Там, блядь, можно мне как-то... Давление, конечно. А в кого мы воюем, блядь? Мне тоже интересно. Пожалуй, нужно спрятать эту меню. О, молот гидры.
вот, собственно, и молот Гидры. Ай, блядь. Да что ж такое-то, нахуй? Да, блядь. Да ёба. Блядь, в итоге мой спиздили, нахуй. Охуенно. Заберите нахуй свою ебучую свою хуйню, блядь. Мой верните, блядь. Ты чё встала, хуйня? На, блядь. На нахуй. На, блядь, ещё. Дай. Что, блядь? Ну спать так спать, ебать, хули. Сейчас, подождите, масочку сниму, блядь, только. О, заебись, под одеялкой. Не, обоих нет. Капитан придет, охуеет. Не найдет, ебать. Уточка есть. Ладно, надо выбираться, нахуй. Вот это. О, здрасте, ебать. А как вы узнали? Блять. Узнали что? Что я у вас в спальне. Ну вы открыли двери. Вы знаете, я затрудняюсь ответить. Я шел по коридору. Оказался у вас в спальне. Ебать, это... Ну, ладно. Это вот этот робот ебаный. Пойду. Очень тут у вас интересно, блядь. Скорее всего, надо идти спать, Муниверс, короче. Ты думаешь? Ну, нихуя не происходит, блядь. Какой-то робот, блядь, смертоубийц, блядь, зашел. Блядь, у меня тип ко мне подошел с... Короче, ко мне подходит тип, у него нет ушей, у него нет рук. Он говорит, я нихуя не слышу, короче, я взял из пушки, выстрелил возле его ушей, блядь, его начал слышать. Он говорит, ёбти так по рукам. Я ему стрелял по рукам, но ничего не произошло. А стихами... Врача, позовите врача. Я, честно, не совсем понимаю, кто антагонист и что вообще происходит. Слушай, я тоже не понимаю. Реймонд. Есть дробовик? Прости. Ёбаный дробовик. Мунибрик. Понял. Там сейчас будет жарко. Бриги, сейчас будет жарко. Спасибо. Сколько в нем? 6. Ну что ж. А Марка Хукчеса таки взяли, ебать. Ой, ну человая такая каточка вышла. Слушай, ну мне понравилось все равно. Я прям кайфанул. Ну? Да, фиг кончилось. Угу. Всё, что имеет начало. Не толкайся. А тебя Брик звали? В Брик? Угу. Не помню.
Муяр, слышишь? Муня. Правильно, пун-пун. Не смотри, блядь. А почему у нас капитан завязан? Они не завязаны. Нет, я не могу. Я не могу, пун-пун. Там кто-то стреляет с лазера. Кто? Давай поиграем, блядь. У меня тоже есть. Бля, какая скука на самом деле. Да рофельно же. Ты просто привык к какому-то экшену постоянному. О, нет! Ложись! Роботехника взяли. Бля, я предлагаю закругляться. В баре шахтер стреляет. Подожди, ну сейчас в баре шахтер стреляет. Пойду я тоже постреляю. Ого, он реально ебашит. Вот она! Шик-шик, блять! Да, блять, что ж такое? Нет, с дробовиками! Шик-шик, сука! Шик-шик, сука! Шик-шик! Пизды ему, блять! Наручники на него пизда. Нахуй, блять! В наручниках, сука, попался, блять. Получите еще свое. Повели его нахуй, блять. Бюрократы, чертовы. Сейчас мы его через техи, блять. Ай, блять, тут глава, я бы хотел в космос, нахуй, ну ладно. Да давай, он не против будет. Да не, ну, куда ты меня ведешь? Гуляем. Отсутствие системы. Я да. Сейчас я подойду. Бля, его лечат. Ошибка. Почему я не могу его пристегнуть, кстати, к стулу? Потому что здесь нет стула, блядь. Не лечите сильно. Ну, по крайней мере, дробовик пригодился. Кому-то тут хуёво. А что с Марка, блядь, происходит? Автоаптечка сработала? Ну, я нет, вроде. Кстати, не сработала. Стрелял в баре по людям. Потом по офицерам стрелял. Нереальный вообще террорист. Террористас. Так, капитан стоит, глава стоит. Ты тут? Муня? Муня, ты тут? Алло? Универс? Универс? Как понять, что я с тобой разговариваю, интересно? Пропал наш мальчик, надо проверить, пойти. А, не, я с ним разговариваю, он просто молчит. Бегает, глядите. Ну что, папочка сейчас всех обезвредит. Ой. Кстати, я ему ебану по голове, блядь. Вот, ее мысли сошлись, блядь. Мысли сошлись, блядь, буквально.
Одновременно ему по пиздаку. Я отходил, Максон. Да. Так. Да, я думаю, просто закругляться уже пора. Да, я тоже думаю. Уже 12, уже 12, ой, первый час уже, блин. Реально нет сил. Именно, мужчины, спасибо всем. Мужчины, пойду в Криосон. Да, я тоже в Криосон. Криосон, спасибо за смену. За смену. Так. Тоже надо в Криосон. Вот-то. Так, а криокапсулы у нас... Ты как? Они там выше вроде. Нет. Ниже. В норме. Молодца. Тум-тум-тум. Тереха меня зарейдил, а я заканчиваю. Мужики, ну тут уже финишная прямая. Угу. Спасибо, конечно, что зарейдил. Терентий большое. Тун, тун, тун. Где клоун? Бля, банановые шкурки. Никто не видит сейчас эти, сука, блять. Ебашу нахуй, так въебашу. Что ты там кидаешь, блять, сука, сука, бежишь кидать. Что там, блять. Долбоёб, сам себя наказал. Меня наградить хотят, лол. Давай. Уже аж два человека, блядь. Дай его ебану все равно. Носи эту медаль. Он там лежит, блядь. На, нахуй тебе. По пиздаку еще. Прям сул. Мне медаль дали, слышь, Макс, представляешь? Красава, Муниверс, награждение, ебать. Награжден. Ну все. Спокойной ночи, мы. Все, давай, Максон, добрый, до завтра. Давай, пока-пока. Пока-пока. Ладно, мужики, сегодня станция была не очень веселая. Развлекались как могли, делали что могли. Но я думаю, в следующий раз будет пободрее. Еще набор можно будет в следующий раз устроить. Спасибо, что пришли, спасибо, что посидели, посмотрели. А завтра ничего, наверное, не ждите. Ну, может быть, я что-нибудь подключу. Типа, ну, ожидать не стоит. А то я уже 3 дня подряд стримлю. Может, постримлю 4-й, кто его знает. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.